Здравствуйте, друзья, с вами Феликс на канале. И этот ролик о той пятерке сайтов Traffic Quick, AdSpy Pro, Adref Boost и Rocket Refresher. После того, как PayPal изменил свою политику в отношении подобных сайтов, у них это все проекты от одного админа. Вчера у меня был снят ролик об этом, что они все в нерабочем состоянии. Ну, как видится на сегодняшний день, это было связано с работами над скриптом, над сайтом, с прикруткой, ну, перенаправлением денежного потока. Потому что Traffic Quick, вот видите, я в кабинете, в AdSpy Pro тоже в кабинете. Это вчера ночью они уже заработали. Adref Boost, если кто наткнулся на похожую вот страницу при входе, можете просто перевести, или я вам сейчас переведу и скажу. Это надо изменить пароль и все. Ввести здесь, здесь новый пароль, вот в этих двух графах. А вот в нижнем ввести старый пароль на этом сайте и кликнуть по этой кнопке «Изменить пароль». Обратно переставьте на язык оригинала и проделайте. Каким должен быть пароль, написано вот здесь. Можете снова перевести, снова прочитать, что какие заглавные буквы, какие строчные буквы, несколько цифр и так далее. И сделать подобный себе пароль. И самое главное, это хорошая новость от одного нашего коллеги. Вот с таким вот сообщением. В нем пишется, можете прочитать вместе со мной, что выплата с этого проекта, с Rocket Refresher, ему пришла. Но следующий вывод не ставится. Не может поставить следующую сумму на вывод. Также ему пришла выплата с Adref Boost, которая висела с 4 января. 4 января висела, и эта оплата тоже пришла. Я ему ответил в письме и скажу остальным участникам тоже, что другой наш коллега, который перешел с PayPal на Payzu, ввел $10, как и требовал проект. Кто помнит, было такое, ну, требование, просьба, чтобы на работе сайта не отразилась негативно вот эта вышеописанная ситуация. У него и на вывод не ставилось. Дня 4 или 5 дней назад он проделал, вот с Payzu завел деньги, но не мог никак поставить на вывод. Сегодня без ничего, никаких дополнительных действий, у него деньги на вывод встали. Сейчас они у него в пендинге. Посмотрим, выведутся. Ну, должны вроде вывестись. Раз они решают этот вопрос, как-то хотят это все исправить. Потому что вот по времени даже можете посмотреть. Вот только что мне это письмо пришло. И вот решил заснять такой ролик для своих партнеров. На этом все. Всем удачи, всем пока. С вами был Феликс.